Теракт, который не осуществили, немецкая полиция утверждает, что предотвратила массовое убийство в одном из городов. Спецназ задержал сирийца, его подозревают в подготовке атаки. Где и когда должны были прогреметь взрывы, расскажет Татьяна Лагунова. За подозреваемым в подготовке теракта немецкие спецслужбы наблюдали несколько месяцев, но сегодня провели спецоперацию по его задержанию. Арестованному 19 лет, он сириец, жил в городе Шверин и, уверены спецслужбы, готовил масштабный теракт в одном из немецких городов. Приобрел все необходимые компоненты для изготовления взрывчатки и уже приступил к изготовлению устройства. По нашим данным, Ямен А. летом этого года решил организовать масштабный теракт с многочисленными жертвами. Также нам известно, что подозреваемый постоянно контактировал с джихадистами с помощью интернета. Была ли выбрана цель атаки, силовики пока не говорят. Возможно, чтобы не сеять панику среди населения. Когда постоянно слышишь такие новости, чувствуешь, что в Германии небезопасно. Уже страшно ходить на какие-либо мероприятия, боишься, что что-то произойдет. Мне кажется, властям нужно сделать больше для того, чтобы население чувствовало себя в безопасности. Кроме квартиры задержанного, немецкая полиция обыскала также дома в Гамбурге и других соседних городах. Не исключено, что у предполагаемого террориста могли быть сообщники. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».